А в Хабаровске прошел форум, посвященный реализации социально значимых проектов. Как воплотить добрые идеи в жизнь, хабаровчане узнали от организаторов конкурса «Православная инициатива». В Хабаровске состоялся межрегиональный форум «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций как фактор развития региона». Рабочее заседание открыл митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир. Людей, участвующих в благотворительных, волонтерских, социальных, просветительских, культурных программах, нередко называют людьми доброй воли. Мало кто знает, что это выражение имеет христианские корни, восходит к Священному Писанию и относится к тем, кто, основываясь на искренних намерениях, реализует в своей жизни замысел Божий о себе и окружающем мире через совершение добрых дел. В своем слове владыка митрополит высоко оценил деятельность общественных организаций. Их работа способствует преодолению негативных явлений, возникающих в социуме. Церковь и некоммерческие организации руководствуются в своем социальном служении одними и теми же целями. Наше устремление направлено на поддержку тех, кто неблагополучен в современном мире. Правящий архиерей особо отметил, что нынешняя церковная и светская общественная активность объединяется в соработничестве во всем своем многообразии. Подтверждением тому и является сегодняшний форум. И действительно, он собрал духовенство, мирян, профессионалов из светских учреждений и всех, кто имеет активную гражданскую позицию. Специально прибывший на форум эксперт фонда соработничества Михаил Курашин признался, что давно хотел побывать на Дальнем Востоке. И здесь его поразило количество людей, мыслящих позитивно и готовых менять жизнь к лучшему. Это, на самом деле, является, наверное, главной ценностью, которая объединяет нас не только по территориальному признаку, но самое главное, объединяет нас по духовному признаку. Да? То есть мы люди, которые верим в то, что жизнь можно сделать лучше, а самое главное, что и людей, которые от слов переходят к делам, тоже становится все больше и больше. Программа форума была насыщенной. Мастер-классы, информация о новых конкурсных форматах, презентация успешных социальных проектов, реализованных победителями конкурса «Православная инициатива» в Хабаровском крае. Два проекта Хабаровской епархии были отмечены дипломами. По словам самих участников, этот форум вдохновил их на участие в грантовых конкурсах и в дальнейшем.